Привет, сегодня я покажу вам видеотуториал, как правильно строить трамвайные пути, если вы не рассчитали немного правильно, как устроены все эти поезда. Я скачал вот такой трамвай, и он, к сожалению, у меня как-то так уже начинает с багами встречается. Так что я покажу, как это исправить все. Итак, это для тех, для новичков, которые хотят построить город огромный. Заранее, если вы хотите построить огромный город, то вам придется... Так. Знаете, у меня такой вот мир существует там, где я... В некоторых итак, всего я покажу, как сделать так, чтобы у вас типа такого трамвая ехали и так, и как угодно. То есть, чтобы один тип трамвая ехал, и вот чтобы один этот тип трамвая ехал, и в ту сторону, и в ту. Я покажу также, каким образом. Мы должны замыкание. Как говорится, Так, вот как-то я ускорю видео, чтобы вас не томить этим процессом, как я ломаю свою старую дорогу и делаю новую. Поехали. Вот так вот получается, в общем. Как бы сказать, эти трамвайные линии у меня будут идти повсюду, по всему городу. Главное держать у себя в голове хорошие мозги и всегда знать, что нужно строить такие вещи, как я люблю назвать это, короткое замыкание. У меня эта машина
от компании Хандидас. Стоит этот снег. Вот так разовошим, у нас получится такой вот эффект. Берем трамвай и все, выглядит так, как будто он будет ехать так вот. Ну вы поняли, в общем. Трамвайные линии будут проходить через некоторые дворы, ребята, и поэтому они будут очень полезными работать. Здесь будет, как бы сказать, вот это, типа замыкание этих там и вот этих вот выше выполненных проводок, чтобы они не повторялись. Так вот, ну все, осталось только замыкание сделать.
и мы затягиваем это на по максимуму. Зачем вы, наверное, спросите, но... Ну и вы видите, в общем, такой вот результат. Давайте запустим два трамвая и посмотрим, куда они поедут. Если что, они будут ехать рандомно, а не как хочется. Ну, это, как бы сказать, будет по-разному. Ну, вы, короче, видите. Ну, вот здесь вот, в общем, если что, мы менять не будем. Просто здесь будет кольцевая дорога, то есть трамвай поедет здесь, через вокруг детской площадки и еще вокруг одного дома. И возвращаться вот они сюда. Вот, видите, они поехали, один поехал сюда, а второй где? Там же. А, только они соединились в один. Ну, давайте посмотрим, что это такое, то есть занавес, это механизм. Просто, кстати, таким образом можно делать стрелки. Как-то странно все это. То есть, когда я отошел на пару минут, они перестали крутиться. Это не очень уже. Смотрите, один трамвай сюда поехал или оба? Да, оба. Это по-разному. Это рандомно будет. Но, к сожалению, иногда может случиться что-то то, что трамваи поедут как-то с каким-то глупым образом. Ну, как-то мы так можем наблюдать такую картину. То есть, таким образом механизмом можно сделать... Ну, просто иногда трамваи могут ехать как одним за другим. Так, это раз мы убираем. И ты иди сюда. А ну, сюда. Так, а вот почему я отошел один раз, и вот это тут сбилась программа, вся-то, которая изменила все здесь. Так, проверим. Так, конечно же, работать не будет, просто имейте в виду то, что нужно закрывать за ковром. Все. Так. Все, ребята, у нас готов зацепной магазин. Фу ты, как он там называется, механизм. И здесь трамвай будет, в общем, колесить туда-сюда. Можно даже здесь один запустить. Но, к сожалению, я ехать на них не могу. Вот вагонетка обычная. А это вагонетка с... Ой. А, точно, блин, вот я дурень. Пусть он тут пока что катается. Ну, еще вы поняли. Пусть он тут пока что катается, если что, он ехать может рандомно. То есть не просто взять прямо там. В каких-то случаях может случайно повернуть в другую сторону. То есть вы поняли. Это как вагонетки. И так вы можете делать на любом повороте. Просто нужно еще тому же знать именно. Во, понялся. Во, видите, он повернул, кстати, странно. Надо бы здесь еще один такой же путь сделать, чтобы поезд так вот ехал, чтобы поезд ехал сюда вот всегда под отклонением, то есть, чтобы трамвай, когда возвращался, ехал не как попал, не так вот, а в другую сторону. Как бы сказать, вы видите, как это делать правильно. Сейчас мы можем, кстати, знаете, как сделать?
Ну, вы поняли. В общем, ребята. А, я понял, почему мы не можем это так оставить, к сожалению. Ну, ладно. К счастью, трамвай, и даже если мы на него не смотрим. Вот он. Вот вы видите, как он тут устроен, красивым. Все, это, кстати, если я не ошибаюсь, то это не русский трамвай, типа. Хотя, может, и русский, но я не знаю. Я в этих трамваях не разбираюсь. Я больше всего по поездам специалист. Я знаю, как вот эти там поезда устроены. Ну, вы поняли, что я вообще имею в виду. Ой. Ну, а так, кому понравился видеоролик, то ставь лайк, подписка на канал. Кому понравился видеоролик, как строить так правильно железную дорогу для таких вот трамвайчиков. Это открытый мод, его можно скачать просто как попало. То есть вам не нужно там специальных разрешений и так далее. Или просто заходите, пишите «скачать мод на трамвае» и вот ищите иконку с таким трамваем. Вот он. Вот у меня в руке сейчас. И как нашли, так нажмите туда, скачивайте, просто это безопасный файл. Вот, видите, он туда, а тот туда едет. Ладно, всем пока и до новых встреч.